Мой дедушка, Гоголев Исаак Федорович, родился в 910 году. Курганская область, Половецкий район, село Пещерное. Участник Советско-финской войны 1939-40 год. На Усть-Ижорском кладбище был установлен в 1985 году. 23 февраля 2000 года на кладбище у Владимирской церкви состоялось открытие восстановленного воинского мемориала героев, погибших в Великую Отечественную войну, на котором присутствовали ветераны ижорцы и сам скульптор, заслуженный художник Российской Федерации Александр Дегтярев. На широком гранитном пьедестале фигура сраженного пулей бойца. На мемориальных досках увековечено 1508 человек, но по данным ОБД мемориал в братской могиле захоронено 1364 человека. Кладбище Санкт-Петербург. На фотографии два Гоголевых. Один из них Гоголев А.В. Алексей Васильевич. А на Гоголева И.Б. карточки захоронения нет. Но как имя попало тогда на доску? Возможно, произошла какая-то ошибка. На Усть-Ижорском кладбище и покоится под другим именем Гоголев Исаак Федорович. Воинское счастье 70 СД, что приблизительно 29 ноября 1941 года Гоголев Исаак Федорович пропал без вести.